Уважаемые товарищи, сегодня день 9 мая, день великой победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это священный праздник, который завоеван жизнями миллионов людей, жителей Советского Союза. Этот праздник люди всегда отмечают и с радостью, и в то же самое время с печалью, потому что не было семьи в Советском Союзе, которая бы не пострадала от этой войны. Везде были жертвы и везде были раненые. Сегодня, к сожалению, власти разного уровня пытаются забыть или замолчать эту победу. Я помню, как в прошлом году пытались навязать празднование 9 мая, День Победы, под голубыми флагами. Если кому-то нравятся голубые, это их право, их личное дело. Но при чем здесь День Победы, при чем здесь Великая Отечественная война? Хорошо, что в этом году не рискнули, потому что в прошлом году была очень большая волна возмущения. И сейчас пытаются, чтобы люди этот праздник не праздновали. Запрещают марши Победы, бессмертные полки, запрещают шествия, запрещают митинги, запрещают сами праздники, которые хотел бы народ отмечать вот эту победу. В то же самое время сами пытаются проводить под своей маркой, под своей эгидой. Нельзя разделять людей. Это приводит к очень серьезным последствиям. И мы, те, кто помнит и хранит память об этой победе, о всех погибших, о том, что вся страна напрягала свои силы для того, чтобы эту победу осуществить. И сегодняшний показной искусственный патриотизм никому не нужен. Мы должны объединять людей, а не пытаться их разъединять. Уважаемые товарищи, с праздником Победы! С праздником Великой Священной Победы!